Ждем окончания пандемии и обязательно поедем в Азербайджан. Украинским студентам не терпится, наконец, посетить страну, о которой они заочно уже так много знают. Большую роль в их заинтересованности сыграли проекты Бакинского международного центра мультикультурализма. У студентов как кафедры тюркологии, так и других частей института есть возможность узнать больше о истории и культуре Азербайджана, о народах, которые там проживают и как они сосуществуют вместе. Также есть возможность узнать более детально об украинско-азербайджанских отношениях. Каждый раз мы имели возможность общаться с разными спикерами, представителями разных сфер. Они были очень доброжелательны, с радостью отвечали на наши вопросы, давали советы. Таким образом, пытаясь приобщить нас к диалогу культур и этносов. В Азербайджане проживают представители разных национальностей – лезгины, талыши, русские, украинцы, евреи и другие. В республике действуют православные, католические храмы, синагоги. Азербайджанцы с уважением относятся к культурам различных народов мира и, соответственно, получают взаимность в ответ. Всегда украинская молодежь активно принимает участие в разных проектах. Вот, например, недавно состоялось мероприятие, посвященная Хаджалинской трагедии. И я могу сказать, что достаточно огромное количество украинских студентов приняло в нем участие. О бывшем армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, кровавой трагедии 20 января 1990 года, геноциде азербайджанцев в городе Ходжалы и других реалиях страны украинские студенты хорошо осведомлены и непрестанно выражают поддержку Азербайджану. Стоит отметить, что Украина и украинская молодежь всегда была на стороне Азербайджана и всегда выражала свою искреннюю поддержку азербайджанскому народу. Они больше узнают от лидеров религиозных этнических общин, а также от представителей Центра мультикультуризма, больше информации про мультикультурность и концепцию азербайджанского мультикультурализма, важность этой концепции для других стран и для того, чтобы использовать опыт Азербайджана в развитии межкультурного, межрелигиозного диалога, поскольку этот опыт даст возможность предостеречь мир от каких-либо этнических или религиозных конфликтов. Украина для Азербайджана – стратегический партнер и дружественная страна. Киев и Баку сотрудничают в рамках международных организаций, таких как ГУАМ, всегда поддерживают территориальную целостность друг друга. Направлений для развития отношений масса, пока их реализация мешает пандемия коронавируса. Но стороны нацелены совместно укреплять двустороннее сотрудничество во благо своих народов. Мехрибан Касумова, CBC.